Андрис Каппинч, как всякий хореограф, нередко черпал вдохновение в легендах и мифах древних. Помогали ему в этом и греческая муза танца Терпсихора, и многорукий индийский бог Шива, и искусно исполнявшая танец живота египетская Исида. Но вот более современные легенды и мифы о вакцинации почему-то до сих пор не получили сценического воплощения в творчестве Андреса. Может поэтому, а может просто потому, что он и его жена Саша трепетно заботятся о судьбе маленького Кристиана. Зашли Каппинши как-то к доктору Комаровскому.